Итак, друзья, вот она, долгожданная посылочка, которую я долго ждал. Если в белых перчатках, это значит то, что в этой посылке находится то, что лучше руками не трогать. Своими жирными, грязными руками. Вот, поэтому сейчас буду распаковывать в перчаточках. Так. Аккуратно, чтобы не повредить содержимое. Кстати, пока еще не открыл, поставьте на паузу и напишите в комментариях, что вы думаете здесь находится. Написали, поехали дальше. Так, не до конца еще открыл. Так, чтобы не помять содержимое, также все аккуратно. Не поддается пока, не поддается. Опа, вот. Хорошо так упаковано. Не поддается по-прежнему. Вот. Так, здесь тоже надо оторвать немного. Все. Вот так. Все, здесь ничего больше нету, можно выкидывать. Конверт Укрпошта, Ukraine National Post. Фирменная. Да, заказывал я это непосредственно с Укрпошты. Вы уже догадались, что здесь находится? Итак. Теперь здесь надо оторвать аккуратненько. Так, что-то пошло не по плану. А, вот язычок отсюда отрывается. Не с той стороны я начал рвать. Вот, эту сторону. Так, так, так. А, догадывайтесь, что здесь уже находится? Так. Так. Это, кстати, я заказал себе в коллекцию. Скоро еще такая же посылочка должна прийти. Я думаю, что буду продавать повторяющиеся марочки. Это очень хорошие марки. Посмотрите. Так что, если кому интересно приобрести данные марки, похожий, можете писать мне в комментариях. Вот, и когда я буду продавать. Я, кстати, сделаю также обзор на новую посылочку. И уже будем выставлять их на продажу. Вот такая вот первая коллекция. Войны светла, войны добра. Вот такая вот симпатичная. Потом следующий. Это я так тестовый вариант взял. Вот. Следующая вот такая вот набор. Слава Збройным силам Украины. Вот такая вот. Такой вот набор. Вот это вот ПС Патрон. Славный ПС Патрон. Опа. Вот такая вот коллекция. Пес Патрон. А, классно, по-моему, очень круто. Вот такая вот одна марочка. Это что у меня? Вильный, незламный, непереможный. Вот такая вот одна марочка. Класс. И вот такой вот набор. Русский военный корабль, все. Russian Warship Done. Вот такой вот наборчик. Классно, не правда ли? По-моему, супер. Скоро еще такая придет. И следующие уже будут на продажу, скорее всего. Потому что будет много повторяющихся.
Ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на мой канал. Пока-пока.